О жизни и смерти говорили в четверг в региональном правительстве. На заседании комиссии по демографической и семейной политике озвучили. За 5 месяцев текущего года в регионе умерло 6898 человек, что ниже показателя прошлого года. Позитив наметился и в рождаемости. На 12% увеличилось количество младенцев. Тенденцию нужно запомнить и закрепить, уверена зампред Ирина Эрмиш. Стабильно снижается смертность на территории региона. Прошлый год мы закончили снижением смертности, но и вот показывает 5 месяцев, статистика по 5 месяцам тоже подтверждает медленное, но снижение смертности. Мы снизили смертность на почти на 2%. Как ни старайся, правительство разрабатывает комплекс мер для молодых родителей, в том числе и финансовой поддержки. Увеличить статистику рождаемости не получается, в основном из-за демографического провала в 90-х. Проще говоря, рожать первенцев некому. Несколько муниципалитетов области, тем не менее, у властей на хорошем счету. Там население прибывает. В Хорошистах Ивановский район. Также наблюдается достаточный миграционный прирост населения района, благодаря чему, в общем-то, численные потери населения компенсируются. Стоит отметить, что более 10 лет показатель рождаемости в нашем районе стабильно превышает среднеобластной, а показатели смертности значительно ниже среднеобластного. На пользу показателям плохая погода в это лето. Меньше детей выпадает из раскрытых окон, меньше людей тонут при купании. Существенно снизилась на 22% статистика смертей в дорожно-транспортных происшествиях. Но наметились и негативные тенденции. Несколько увеличилось количество смертей от болезней системы кровообращения и болезней органов дыхания. В структуре смертности за 5 месяцев первое место занимает смертность от болезней системы кровообращения. На втором месте – от новообразований, в том числе злокачественных. Третье место – от болезней нервной системы. Четвертое место – от старости. За 5 месяцев отмечено снижение показателей смертности от новообразований, туберкулеза, дорожно-транспортных происшествий, болезней пищеварения. Переломить тенденцию, при которой смертность выше рождаемости, уверенно собравшиеся, можно только комплексными мерами. Болезни, например, планируют раньше выявлять. Диспансеризацию в этом году планируют провести у 20% взрослого населения. Мария Смирнова, Антон Осипов, РТВ Иваново.